только сегодня главное предложение дня. Тихая роскошь начинает набирать обороты. Это особый тренд, но уже перестает быть тихим. Почему? Потому что каждая дама хочет его повторить. А почему хочется повторить? Потому что это всегда универсальная, классическая и практически без принтов одежда, которая становится вашей любимой раз и навсегда. Поэтому бренд Simone решил подчеркнуть эту самую тихую роскошь и создать свою вариацию пальто, которое идеально подойдет для вашего гардероба. Будет одним из самых универсальных предложений, ведь за счет элегантной классической стежки никогда не выйдет из моды. Съемный капюшон позволит вам контролировать температурный режим. Если на улице светит солнце, отстегните его. Если начинаются дожди, пристегните. Данное предложение выверено по деталям и пошито по ГОСТу, что даст возможность дистанционно выбрать его для каждой нашей красавицы. Ну и, конечно же, сохранность 5 цветов, которая позволит вам именно в вашем гардеробе найти тот цвет, который вам необходим. К примеру, вы можете выбрать для себя вот такой прохладный мятный оттенок. Он будет освещать ваш цвет кожи и, конечно же, нейтрализовать различные покраснения. Кто-то, наоборот, хочет вспомнить и оставить в памяти лето, возьмет для себя яркий зеленый оттенок. А кто-то чувствует в себе голубую кровь, поэтому синий оттенок сегодня именно для вас. Одним из самых популярных в прошлый раз был цвет баклажановый, поэтому если вы в прошлый раз его не взяли, забирайте сегодня. В заказе он будет называться сливовый. Ну и завершит палитру классический черный, самый, пожалуй, нейтральный, не маркой. Предложение также хорошо впишется в гардероб любого категории, от самого яркого гардероба до самого спокойного. От 48 до 62, сливовый, кстати, в 62 распродан, это единственный цвет, который можно будет заказать до 60, остальные все есть, но в ограничении. Забираем смело размер в размер, данное предложение соответствует размеру даже чуточку больше. То есть у нас с вами идет полностью параметры по ГОСТу, но где-то в среднем каждому параметру ГОСТа добавляйте к среднем 5-10 сантиметров прибавки, то есть изделие с легким припуском. Поэтому смело можно выбрать собственный размер, либо, как мы делаем всегда по традиции, верхнюю одежду выбираем чуть свободнее. И носим ее так комфортнее, потому что данное предложение идет со средней температурой от 0 до минус 5. В некоторых регионах может достигать и температуры до минус 10, особенно это касается центральной части России и южных городов. Поэтому такое предложение будет осенним-зимним предложением для вас. Вы можете пододевать теплые свитера, можете пододевать под него еще дополнительные стеганые жилетки, тем самым увеличивать температурный режим, а иногда даже можно поверх него надевать, например, драповые жилеты или меховые жилеты, тем самым делать свой собственный комплекс и образ. Давайте посмотрим с вами на тренды, которые у нас с вами существуют, и обратим внимание, чем же наше пальто лучше, чем трендовые изделия. Нет, не посмотрим, пожалуй. Нет, давайте... А, ну вот они, выплыли эти тренды наконец-то. Обратите внимание, данное пальто тоже выполнено в мелкую стежку, но чаще всего приобретают либо отсутствие капюшона, что уже делает преимущество именно в пользу нашего пальто. Не всегда хороша длина, то есть она длинновата, либо слишком короткая. У нас за счет именно отрезов по бокам, причем таких акцентных, и средней длины до колена, пальто становится безопасным. То есть безопасным для сочетания с юбками, пальто или платьями. Плюс здесь у нас с вами две функциональные пуговицы, двухбортная застежка. Вы сами можете отрегулировать именно прилегание по своему силуэту, и тогда вам будет очень удобно и комфортно. Также эти отрезы позволяют не только сделать образ такой не обрубленный, не острый, а именно более плавный. Также хорошо это и позволяет вам двигаться и садиться в общественный или собственный транспорт. Ксения вам демонстрирует на подиуме 50 размер. Выбирает она себе его размер в размер, сочетает вместе с джемпером и юбкой, которую вы тоже можете выбрать из прямого эфира. Уточняйте в колл-центре при звонке или при выборе на сайте, что сейчас выбирает для себя Ксения. Джемпер от бренда Almodi по цене 1499 рублей, а юбка представлена от бренда Simone. Как я уже говорил, с небольшим вот опозданием выходит у нас с вами сейчас графика. Здесь прописаны параметры, как они идут по государственному российскому ГОСТу. Как я уже говорил, каждому параметру добавляете в среднем от 5 до 10 сантиметров. Ну вот, к примеру, 62 размер, обхват груди 124. То есть в среднем по замерам 62 физического изделия этой куртки он будет где-то 128, практически 130.
То есть, если обхват талии 103 сантиметра, то здесь добавим 5 сантиметров, то есть он в среднем будет уже больше 108 сантиметров. И так далее по списку. То есть, изделие очень удобное и комфортное само по себе. Помимо этого, оно и достаточно компактное, то есть мы можем его складывать с вами вне сезон, либо когда приходим в помещение, нет, например, возможности сдать его в гардероб, мы это можем легко все с вами сложить. Несмотря на свою длину, свободу, силуэтность, это изделие очень комфортное при движении. Вот сейчас положу его как раз-таки вот здесь у нас с вами на диванчик, и мы его сложим. То есть очень легко, даже несмотря на то, что он так выглядит мощно. Каретная стежка позволяет его максимально вот так складывать, не боясь, потому что здесь минимальная иммиграция у нас с вами идет с синтепона за счет именно такой стежки. И за счет того, что у нас есть капюшон, мы можем сложить вот в такую маленькую, как говорится, мешочек, сумочку, убрать его, например, свою котомочку или положить вот так в подмышечную зону. Что касается самого синтепона, здесь он выполнен в категории евросинтепон, то есть это целостное плетеное полотно, которое дает возможности тепло человеческому телу. Теплый эффект удерживает тепло и позволяет воздуху теплому и холодному сочетаться между собой, а значит циркуляция идет и гидроскопичность максимальная. Это также позволяет евросинтепону быть более износостойким и позволяет ему при стирке не соединяться между собой, не скатываться в шары и, безусловно, конечно же, не оставлять какие-то отверстия. Что могло бы сделать, если бы это было бы просто набитый пуховик без каких-либо стеганий. Так, Марина Зотова из города Ливны нам оставляет комментарий. Это пальто «Любовь с первого взгляда». Молодит необыкновенно. Да, кстати, особенно вот мятный цвет, он самый такой, наверное, омолаживающий, освежающий. Вне возраста данное предложение, то есть вы можете выбрать как и для молодого поколения, так и для взрослого. Напомню вам про то, что сейчас у нас с вами один из самых, пожалуй, наверное, идеальных трендов, который появился, и за него действительно не стыдно. Это тихая роскошь, или его еще называют в оригинале old money. То есть это спокойная, лаконичная одежда, когда вы никому ничего не доказываете, но при этом внешним видом все понятно. Вы успешны, вы хороши, вы комфортно себя чувствуете. Сливовый, мятный, черный, синий и зеленый цвет вы можете выбрать для себя. Размерная линейка от 48 до 62. В сливовом цвете только до 60-го. Температурный режим до минус 5 градусов или до минус 10 в средней части страны и юге. Ну и, конечно же, цена 1999 рублей. Бренд Симона, телеканал Шоп-н-Шоу. И это главное предложение только сегодняшнего дня.